Итак, всем привет. Ну чё, Atomic Hearts. Только вот недавно, буквально вчера вышло. Сегодня записываю, потому что не успел вчера записать. Только скачалось, знаете, на работу надо было уже идти. Короче, не успел. Запустил игру. Собственно говоря, давайте посмотрим с самого начала, чем она нас встретит. Угу. Кстати, вот по опциям, там автоматом оно, конечно, определялось. У меня видеокарта такая себе, но процессор вроде должен все тянуть. Ну, короче, как и в Гарри Поттере, тут, походу, идет сначала низкие, все оно выключает, из шейдеров. Давайте сразу, короче, немного звук сделаю потише, чтобы оно было слышно и меня. Давай вот так вот под 70 сделаю. Кстати, насчет радио не знаю, чтобы мне не прилетело какое авторское право. Я вообще потише радио бы сделал бы в таком случае. Режим для стрима, язык озвучки, кстати, какие есть. Португальский, польский. О, вот это точно, Deutsch, эспаньоль. О, русский есть, а, отлично. Применяю изменения, да, я уверен. Все, теперь игра у нас точно на русском будет, без этих проблем. Мирный атом. Ну, это уровень сложности, типа, маленький, средний. Все прикольно, прикольные картинки. Давай локальный сбой. Типа средний уровень сложности по умолчанию. Не будем там самый низкий брать, там мы. Я надеюсь, справимся. Не забывайте использовать аптечки, безусловно, для этого их придется создавать, но и собранные ресурсы, что-то там тоже полезная вещь. Курение алкоголя вредят вашему здоровью. Понятно? Там, где можно обойтись по ножовщиной. Окей, продолжить. Она загрузилась. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Кстати, я извиняюсь, я сейчас быстренько еще гляну кое-что. Может, здесь какие-то субтитры есть. Потому что на YouTube все-таки лучше с субтитрами записывать. Так. Качество, аудио. Я бы, наверное, может это включил. Музыкальное сопровождение, типа, чтобы авторские права не прилетали бы. Геймплей. Субтитры, да, субтитры включены. Все, применить изменения, да, все. Продолжаем. Достижение науки. Платформа ИКАР была запущена в 1950 году. Прикольно. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Ну, либо как мы. Там журналы написано, газеты и журналы. Газировки не желаете? Да. Такое, наверное. Эй, я ж такой выбрал. Там, по-моему, был вариант лети нахрен отсюда. То мало ли там, вы нам подсунули газировку. Опять сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Ну да, птички летают, чайки. Это они испарились, кстати. Мужик свинью выгуливает, чё, блин? Чё они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Вовчиков? А, это эти Вовчики. Третий он особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон чё исполняют. Да, и какое-то управление. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так. Давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается!
Спасибо большое. С праздником вас. А это та бабуля, которую мы, по-моему, показывали нам в трейлерах. Что у нас тут? А, ну не клуб, кстати, я тебя говорю. Как настроение? Здорово. Отдохнул? Пойдет. Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно, отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Давай, лети. Ну, прикольно, робот жонглирует. Что-то камеру нельзя. Вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Я-я. Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда. Я примерно так же ответил бы. Только по voice чату. Он слышал. Здорово, мужики. Что там в известиях пишут? Инъекции полимеров в путь к созданию знаний и науки. Видно друг друга через устройство. Товарищ, теперь расстояние, не бойся. Ага, ну, типа понятно. Интернет. Чего? Академика Дмитрия Сеченова. Июня праздничный ужин. Да подожди, дай посмотреть, что творится. Здравствуйте. Благодаря мысли любой может стать кем захочет. Хоть моряком, хоть звездочетом. Ну, а я тут звездочетом, короче, решил стать. У вас тут обсерватория или что? Неплохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Это потому, что он не лезет ко мне со своими советами. Ну дает. Так. Я уже думал, застрял в дереве. Ну, прикольно тут у вас. Дроны тут везде летают. Шпионят за гражданами. Какие-то звездочки тут. А дети, может, играли. Ладно. Чё здесь? Ну, это какой-то ларек. А что ты продаешь? Бюро бытовых услуг. И тут, по-моему, кнопка взаимодействия была, или это мне показалось? Что-то было, видели? Ладно, с помощью системы мысли это чуть попозже. Да, эти, как его? Не Волга, блядь, как это модель называется, машина? Короче, в комментариях напишите. Вовчик? У деда моего такая была, по-моему. Чё, мужик? Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Так у меня есть вроде там-то херня в руке. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Но? Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Так это... Я могу подобрать вам нужную конфигурацию. Вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Да не, мужик, ладно. Второе. Спасибо, не надо. Очень зря. Да ладно, убедительно все. Убедительно советую вам попробовать. Не ладно, пожалеете. Мужик, время, все, я пошел. Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой брякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны... Че, серьезно? Ну погоди. Принесите чай. А есть печенье? Дорогая, не толкайся. Родненькая моя.
товарищ, ну что вы там стоите? Хотите, заходите к нам. Вместе смотреть будем. Да у меня дела, мужик, нет, я так. Спасибо, я просто мимо проходил. Ну. Ну, сидит женщина, читает себе что-то. Это просто залипает. А если репозицию применить к массиву, не сходится. Не сходится. Управляй роботами силой мысли или нет. То, о чем все молчат. У вас тут какой-то ларек с музыкой. Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации, и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Прогресс не стоит на месте? Именно так. Аж гордость берет. Угу. А что там биология, но в области робототехники, как дела, про оружейное дело, может рассказать профессиональное любопытство? Давай, клейте. Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная, но вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещает поднять в 3-5 раз. АКГ-47, автомат Калашникова Гаусс. Ну, по мишеням, конечно. Ладно, все, не буду вас отвлекать, всего доброго. Ну, не буду вас отвлекать, всего доброго. Все, о, аливидекче. Газета мне сейчас только не хватало. На кой она мне? Газета существует в качестве источника информации. А, еще один годован. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Я, кстати, извиняюсь, мне еще тут кое-что подправить. У меня, по-моему, слишком чувствительная... Вот частицы мыши я бы чуть поменьше поставил бы. Вот так, наверное. Ага. Это не заставит вас стать умнее. Ну и может быть фов, я не знаю, чуть-чуть побольше. А, пам-пам-пам. Геймплей, качество и хан. А фова нету, да? Почитать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот паршивец. С помощью системы мысли. Вчера я прошел полимеризацию предварительно. Чувствую себя великолепно. Ну-ка. Прям загорает, что ли? Да, загорает. Мадам, добрый день. 10 минут? А, надо поспешить. Проходите к мемориалу на экскурсию. Прохожу. Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Узнайте хронологию великих открытий. И, конечно же, почтите память всех жертв военных событий. Почту обязательно. Так. Ладно. Все, конечно, можем поболтать. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут? Возможно. Это же какая-то новая модель, да? Этот вот товарищи, Беляш. Настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере. Он поджарит тебе жопу. Я удивлен, что при уровне таких технологий вы до сих пор там еще не создали ничего. Роботы не жарят никого. Они не могут причинить вред человеку. Что у вас тут? О! Ильич? Ленин? Что-нибудь да выдаст. Согласитесь, Элочка? Да очевидно. Это человеческая работа. Очки протри, Виталий.
Это ты, да хоть китайский. А я вот как коллективу подключан, возьму и выучу вас практиковать всю и химию. Ну просто памятник посягает. Я тут пройду, возгораете. Вовчик. Мемориал. Ну, жертвам войны. Так, а здесь еще. 1937 создание. Ключевой момент в истории науки и техники. Лучший ум СССР, могучий ученый, товарищ Вавилов, Захаров. Объединяется в единый научный коллектив, положивший начало стремительному взлету научно-технического прогресса СССР и всего мира. Открытие полимеров. Ну, полимеров. Окей, полимеры открыли. 39. Товарищ Сеченов, с этого момента будущее глазотехники СССР обретает глобальные перспективы. 39-й год. Подожди, то есть... Ну да, это вот надо налево идти. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. 42-й год. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Осознал. Вертится что-то в голове, а что... Не понять. Че он-то говорит? Ебучие пироги, блядь. Угу. Выбирайте выражение, мы в общественном месте. Да пошел ты. Так, третий рек наносит всему миру страшный, подлый и бесчеловечный удар. Враг выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Окей, вирус уничтожает людей с огромной скоростью. Спасения от чудовищной пандемии нет. Существуют медицинские препараты. Существующие медицинские препараты бессильны. Война отняла у СССР жизни десятки миллионов граждан. Коричневая чума унесла 150 миллионов. Хрена себе. И помним, ибо никто не забыт, и ничто не забыто. Но это, скажу вам, большая часть. Глобальная государственная программа развития промышленности и народного хозяйства создает гордость отечественной науки, квинтэссенция научно-технического гения светских ученых. Что здесь? Запуск нейросети, коллектив 1.0. В первом мире глобальной сети способны объединить к себе все достижения человечества. 51. Могучая наука СССР совершает, казавшийся невозможным, советский космонавт Юрий Гагарин совершает первый полет в космос. Понятно. Ну давай, мы в десанте служили. В десанте мы походу не служили. Так, хотел освежиться чуть. Мужик? Что у тебя с глазами? А, нет, глаза просто не красные у него. Сколько лет тяжелой работы. Это типа вторая версия, версия нейросети? Может гордиться собой. Слушай, а что там проектируешь? Подожди. Это карта звездного неба или что это? Не проходите мимо, товарищи! Взгляните воочию на модель Вселенной. Вы можете задавать мне любые вопросы касательно звездного неба. Ну окей, понятно. Ну, вижу там солнце, я не знаю, или что это. Ладно. Ты что за робот? Ты хилишь или что ты? Или это херней там просто людей прокалываешь? Лаборатория будущего. Нейрополимер, день для полумер. Все, пошли. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Пошли. Перед вами... Будущее советского образования. Личная разработка коллектива. Академика Сеченова. Полимерное просвещение. Здесь и рисовались. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино?
С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому! Ну это круто, на самом деле. Да, знаю, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции не... Но после такого уже можно и такую подщечину хлобысь. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Ну что, у тебя перчатка, кстати, порванная? Аж вроде новая. Видите, там на пальце порвана у него. Все, давай. И выбросим. Пофиг, робота уберут. Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Зажмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы. Да типа, вот так? Чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Угу. Окей, левый альт, понял. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом. Ну не знаю, по-моему, один палец как-то поудобнее. Абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, а что это там за скрытый от глаз объект стоит? А сейчас не смею вас задерживать. Там шпион, я поймал шпиона. Смотрите, он стоит, видите? Чего он только один там подсвечивается? Конечно, вы тут тоже подсвечиваетесь. Че, пишешь код? Блокады для резервного выхода. Короче, роботы стоят, программируют роботов. Вовчик, номер два. И ты, наверное, номер два, да? Это номер два. Что там у тебя за наколка еще? Ладно, Вовчики, не мешаю вам. Я что-то химичит тут. Давай. Да левая, левая рука. О! Головы только не хватает ему. Не, что-то не то, мужик. Давай еще раз проверь. Давай, ладно, не буду отвлекать. Так, и что, куда мне? А, мне на выход просто. Ну, сейчас, быстренько. О, нифига себе какой-то внутри там. Ты больше похож на какого-то робота-бармена, я не знаю. Все, пошли, короче, отсюда. Давай, Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова начнется. Где сам Сеченов, академик? Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Вот эти летают с таким реактивным звуком. Сегодня мы с вами стоим у порога величайшего события в истории человечества.
США отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир столь привычный нам с рождения. Какие-то боевые роботы. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия. Ну, роботы появились, все появилось, а машины у вас какие-то... ...и процессы миметрической адаптации стало возможным воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети... Коллектив 2.0. Сеть, в которую будут объединены люди и роботы. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом рутинном, низкоквалифицированном труде... и посвятитесь от лица предприятия 3826. Представляю вам устройство будущего. Попали всех от цели. Проходите в холмишок. Мысль, посредством которого... Ну-ка, давай посмотрим, что здесь есть. ...частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть — это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум... Я, конечно, не особо прям по флагам СССР. Вот это наверняка вот, белорусская СССР. ...роботом мысленные команды. Изучать науки за феноменально короткое время. Иметь доступ ко всем знаниям человечества. И, конечно, приумножать их собственные открытия. Больше не нужны ультрауправления. Громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные, электронные, записные книжки и прочее. Мысль заметила... Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, на тюрлях. Все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным после того, как вы... Прикольно у вас тут. Тут ничего скрытого нету, точно? Вот я и смотрю. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделал. Наш лифт только что прибыл. И вы человек будущего. Погнали. Товарищ. Это что-то нажать, наверное, надо. Не надо. И сесть можно? Глобальный запуск сети коллектива 2.0 состоится 13 июня 1955 года. Осталось 2 дня. Ну добро. Надень мысль сейчас. Издание Homo Futurum в числе первых. Пришло время перейти в будущее. Homo Futurum. Сейчас нам тут товарищ Сеченов расскажет, что да как. Ну, приехали. Господин Сеченов. Товарищ Сеченов, на Советском Союзе. Вот это размах. Вот наука, да, какие... это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо. А у вас какой рост? Без тебя бы я точно не догадался. Это получается, они где-то 2.5 метра, такие дамочки. Большие. Так, окей. А господин Сеченов разве не у вас там, не? Не, у вас просто зал какой-то. Окей. Ну что, погнали. Поехали в турбину. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти.
Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, да, техническая возможность производственные. Даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова. Я думал, мне уже последнюю лекцию там выдали. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Вроде как выдали уже, получается. Как это? Турбина. Вроде как выдали последнюю версию там этой перчатки. А сейчас тут, получается, еще раз все улучшать надо. Чё? Давай. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. То есть ты что, прям мою машину сейчас цепанешь и понесешь ее по воздуху тогда? Я думал, сейчас тут сам поеду. Вроде-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением. Ты бы это пристегнулся бы? Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ. Можно уже просто музыку. Вечная проблема. Что сейчас, что в этой континуальной реальности? На все деньги купил. Так, авторское право, не прилетай мне. Пожалуйста, 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 не прилетай. Я прошу, я прошу, я прошу, авторское право. Будет канал у меня. Вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Лечу. Не прошло и часа. Sehr gut. Я вольман, фюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Ну, противный же этот, блядь, тип. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина — это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную Колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? Я видел мужика, который выгуливает свинью. Встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Ну, в том-то и дело. Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю.
Извините. Думать, он за меня собрался, да? Как там, там так уголя так дали? Хотя, типа, по идее, вроде спешил. Ну да. Все, в туман улетели. Или просто вниз летим. Наверное, просто вниз спрямимся. Ох, боюсь я, чтоб видосик мне не снесли бы, а? Было додумано, да? Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Авалилов. Ты думаешь, сейчас обшвырнет меня? Здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок, Желез! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена. Да отъебись ты уже, сука! Вот так вот.
А что с этой? Все нормально, если типа, это модель какая-то подключенная. В штатном режиме. Неверсити 2.0. Сейчас к нам приблизится летающий робот-дракон. В общем, там, походу, бета-тест начался, я не знаю, какой-то. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Засосал двигатель. Че ж пиздец, блять, падать с такой высоты в стеклянной капсуле. Оружейный барон, смотрите, сработало достижение. Ну, чё, пролог прошли? Пролог прошли. А поиграем тут советский киберпанк. Ну? Он что, руку себе... Как он так? Подожди. Просто пытайте изобразить. А, это вот кверху тут лежит, понял. Когда что он лицом вниз. Башку себе там не разбил? Нечаев. Черт, как же болит башка. Смотри, главное, чтобы не кружилось, то значит сотрясение. На твоем месте, если сотрясение, прижал бы какой часок здесь под камушком. Так-то дело опасное, знаешь, можно потом серьезно заболеть. О, курица. Pick up the axe. Волшебник, я АП-3, прием. Ну, умираем. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. Угу. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Ну все, понятно. Ребят, короче, продолжим, наверное, в следующей серии. У меня тут час до работы осталось, надо собраться, покушать. Так что запишу уже следующую серию завтра. Все, всем спасибо за просмотр. Лайкосики, ребята, обязательно. Увидимся завтра. Всем пока.